светлое ему память. Я думаю, что вместе с этим постом, давайте уже вместе, к сожалению, по этому специальному поводу, уже вместе второй раз собираемся. И я думаю, что вместе с этим постом, кто хочет что-то сказать, может совершенно спокойно уже вспомнить вас, рассказать о своих переживаниях. Я думаю, что это будет нормально, не будем уж прямо где-то как-то очень строго придерживаться традиции. Так, по-простому, вот за семейный мужчину память Лазаря. Вот, поэтому светлая ему память, царствуя ему. Я же говорю, еще вот иногда бывает, что человек вовремя уходит на тот свет, еще что-то, какие-то нюансы. Бывают, которые вот, ну вот фигура Лазаря, она не воспринимается пока, ну мной, по крайней мере, что этого человека уже нет с нами. Пока не воспринимается. Может быть, со временем как-то мы привыкли к этому. Слишком большая эта потеря, и дело не в том, что это потеря какая-то вот личностная, скажем, для кого-то лично там. Это потеря для общества очень большая, для людей очень большая потеря. Поэтому она еще долго будет с нами. Прошу вас всех этот бокал за светлую память Лазаря, царствие ему небесное. Сюда он куда ушел, он от нас, пусть он нас не поминает лихом, пусть поминает теплыми словами. Пусть посмотрит, что вот мы все собрались здесь и вспоминаем.